Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео показано будет о древних гробницах на острове Кипр, кипрских королей, так называемые Kings. Все эти гробницы датированы, если мне память не изменяет, бронзовым веком, хотя теоретически некоторые могут быть и медного века, и некоторые могут быть начала железного века. Но я бы их отнес к бронзовому веку. Но я официально напишу потом текстом официальную информацию о них, более подробно. Что меня не удивляет, что это все вырублено в монолите скалы. То есть все эти ниши, все эти пещеры, все эти колонны, все это гигантские помещения, все эти туннели, там проходы и т.д. и т.д. и т.д. Это все долбилось, согласно официальной версии, вручную в монолите скалы. И там чуть ли не целые подземные там эти... Ну, не города, конечно, там усыпальницы, но все такое гигантское, огромное, все больших размеров. С колоннами чуть там, с проходами. Как минимум удивляет. Кто это построил, толком пока непонятно, хотя я приведу официальную версию, кем и кто это построил. Все остальное об этих гробницах вы видите дальше в видео. Как говорится, меньше разговоров, больше дела. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. И больше информации от них я покажу в самом видео.